У входа детской больницы припарковались светящиеся сани, а в гости к маленьким пациентам приехали Дед Мороз и Снегурочка. С собой сказочные персонажи, как всегда, привезли подарки и праздничное настроение. Оно малышам сейчас как никогда, кстати. С Новым годом! С новым счастьем поздравляю вас, друзья! Был у вас я год назад, снова рад я видеть вас. Подросли, побольше стали, а меня-то вы узнали? В мешках, набитых доверху, канцелярские товары, раскраски и карандаши и, конечно же, конфеты. Но сначала стих. Паучок под лапку упал, ненароком лапку сломал. Короткую лапку садил и другую лапку купил. Молодец! Спонсорами детского праздника стали «Красный пищевик», «Славянка» и «Бобруйская организация БРСМ». Каждый пациент, а их сейчас в детской больнице около 80, не остался без внимания. Здесь, к слову, лежат малыши с разными диагнозами – от неврологии до заболеваний легочных путей. У Республиканского союза молодежи ежегодная благотворительная акция «Чудеса на Рождество». Не первый год мы уже ходим в детскую больницу города Бобруйска, поздравляем наших ребят с наступающими праздниками, с Рождеством и Новым годом. В этом Новом году детям можно пожелать здоровья, успеха, счастья и благополучия. Мы плотно работаем с Белорусским республиканским союзом молодежи города Бобруйска, с такими организациями, как «Белая Русь». Они проводят, помогают нам проводить такие замечательные, добрые акции. Они помогают и детям, и помогают и персоналу, потому что хорошее настроение, оно все-таки в сердцах детей зарождает надежду на быстрее, лучшее выздоровление. И это помогает нам психологически, как медицинским работникам. Помогают работе медикам и обновленные условия после реконструкции. С тех пор детская больница, отмечает главврач, гораздо уютнее, чище и современней. Здесь, напомним, от прежней лечебницы остались лишь фундаменты, стены. Остальное, как говорится, сделано с нуля. Оснастили учреждение здравоохранения тоже по последнему слову техники. Но маленьким пациентам остается пожелать хэппи-энда в анамнезе и отметить Новый год дома, вместе с родными и близкими. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск 360.